Отходите фокус, смотрите. Берете любой предмет в Таркове, да? То есть можно деньги там взять, все что угодно, биткоин. Берете этот предмет, кладете его в разгрузку. Показываю один раз. Разгрузку кладете в пакет с пакетами. Затем делаете вот так несколько раз. И этот предмет у вас появляется в жизни. Все, больше показывать не буду этот фокус. Слишком сложная магия. Хорошо, договорились? Драгоценности. А, там доки. Чужая хлопушка! Дай одного. Давай. Пять, впереди, слева. Слева, пускаешься слева. Тебя чувака убил? Нет, дома там слева стояли. Нет, справа был выстрел. Наверное, чувака, пока черный экран не вижу. Давай, посмотри. Да, шифтует да, там. Да. Я вообще там ничего не вижу, пипец. БПхи у него, по-моему. Не знаю, тут столько дэмэджа. Как там что-то без фонаря можно вообще увидеть? Я хрен его знает. О, еще там один есть. Да ладно. Это слева там сидит. Я, короче, квест багует. Ну? Я вот выполняю, а следующий взять не может. Просто не нажимайте кнопку. И после перезахода игры все будет работать. Второй квест. Еще один мутант слева сидит. Теперь страховку забрать. Надо воги. Эти воги. У меня две эвки, одна РПДшка. Нормально. Взорвался, что ли, умник? Квад тебя убил, не помнишь? Да. Тут два квадовца. На элпом какой-то, или поп, или что-то такое. Тут Каладион. Еще один? Я еще одного граната тут взорвал. Представьте, чат. Пипец, сколько тут народу-то было у вас? Они просто втроем тут кемпили, сидели, что ли? Вот этот. А, это понял.
Понял, понял, МДРочка. Так, ну СРК вроде не особо дорогая сейчас. Вот так, наверное. Богатые рейдеры мои с кедрами ходят. Они ж рандомно. Сидел, что ли, мышел или кто там? Да, стоял просто. Ну, четвертый, конечно, бля. Он уже с меченки пришел, судя по всему. Я включаю байду, или пока... Врубай, врубай, да-да, сейчас боты пойдут. Кстати, заметили, чат, они сломали кусты, смотрите. Нет замедления в кустах. Воду они тоже сломали. В воде тоже нет замедления нынче. Слева по мне стреляют. Там не попали. Сори. Этот убежал на этот. По мне работает. Заправку. Он с второго ангара, вероятно, стреляет. Я на камнях. На камни оттянулся, что ли? Там у тебя наоборот там увидит же, не? Нет, нет. Я, ну, за камнем спрятался от него. Я запрыгнул под краны. Они в ангаре ходят внутри. Вон оно! Ботами стреляются. Я не помогу, я далеко от тебя. Нормально, нормально. Кажется, они... Кроем сектора. Сука, зацепило, блядь! Минус один. Оп, ёп, граната! К ангару с газелью. Не убил, он на малой там. Бежал на большую. По тебе же глушак какой-то, да, прилетал? Ну да, не слышал же. У них нету ни единого глушителя просто. Как тебе такое? Тебя фиг знает. Где-то перед нами. ЧВП? Да-да-да, косяк. Так, это М-ка. А, и СКС-ка у него. СКС-ка у него тоже с собой. Он тут и бахал. Бэмбик, 11 уровень. Где у тебя? Бочки, огне опасно. Он в огне опасно, я в этой яме. Только к тебе через яму буду заходить. Он ближе к этому, к карману был. Там понял. Катушки еще такие деревянные. Да-да. Обычно на яму оттуда. Бил его. Куда он тут взялся, блин? Чья грена? Моя. Всех забрал, по-моему. Я там хорошенечко зажал решалу и троих точно. Ты же где? Малую прошел. А, слышал, у меня тут минус один. Там же еще один. Крапиве. Простреливает крапиву. Вот-вот, прям вот нос с забором слева. Встречай, 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 слева.
Убила. Живой. Убил. Сумка вдоль безымянного ангара. Вот на гранате. За кольцами. Чел, какой ты? Новый. Убил. Ой, он тут положил чего, кажется. Я не знаю, что он такой фартовый сейчас. Я только прицелюсь, он уйдет, короче, за угол. А мне... Да уберите его нахер от меня! Все как... Били? На гранате, нет. Он на гранате за контейнером. Шабля. Выбеги вот по лестнице, я просто покажу чату, звуки классные. Все, звуков нет, чат. Сейчас бегаешь там на улице? Я хожу, вот бегаю сейчас, бегаю туда-сюда. А побегай прямо перед входом? Перед входом прям бегаю. Чуть-чуть туда, подальше к забору, выйди в траву. Подальше к забору вышел. Во-во-во-во-во. Во, вот там звук есть. Где ты сейчас ходишь, а, там то, звук что ближе есть. К тебе, нет, там вакуум, да? Все, звук пропал. Выйди назад, назад к забору. Я тебе скажу, это место, где звук появляется. Это пипец. Вот, назад. Иди медленно. Еще, еще. Все, тут нету. Понятно. Блин. Вакуум. Как можно быть настолько... 20 прям... метров вакуума. Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк.